Пищево благоволение, отверзаешься щедро руку, поисполняй всякое животное благоволение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Благослови нас вкусить дары, посылаемые Тобою, очисти их, освети словом истинной молитвы. Научи нас видеть нуждающихся в нашей помощи. Благослови путешествующих Сергея, Екатерину с ним и отъезжающих. Поставь преграду враждующим, дабы не пакостили они в деле Божьем. Защити нас, Господи, и помилуй этого Максима. Обрати на путь покаяния. Тебе слава за все, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Я сейчас Владимиру верующим говорю, это я запомнил, Лев. Это Тимофей, я говорю, по смыслу его надо было Гурией назвать. А почему? Я отвечаю, Гурия переводится львенок. Скимны, это молодые, у нас лев есть, то львенок должен подрастать. Ну, Тимофей, я говорю, ладно, будет. У нас Тимофеи тут были. Я рассказывал. Да. Вы Тимофей. Сейчас вот Сергей уже едут к нам. Люди. И все, созваниваемся, все утро. Кто ездил последний раз по этой дороге? Батюшка, я, говорит, не ездил, приехал в Барабаш, а был там дождь или не был, 73 километр. А так вокруг я посчитал, почти на 70 километров дальше, 75 даже. Ну, видимо, так и есть. Ну, во всяком случае, я записывал со спидометра. Это через Корчино ехать, ой-ой-ой, куда, элеватор, а так 73 километра сюда. Ага, Алексей поехал, вот он на машине едет. И он может их встретить, да, если они сойдут уже с трассы. Да. Сергей, я позвонил, он говорит, так вот он идет. Батюшка сказал, он едет в город, бывает, зачем-то ему надо ехать. Значит, помолиться об одном деле важном. В Ютубе сегодня у меня была блокировка. Когда-то лет 6 назад, может быть, даже чуть пораньше, мы были, заехали с Виктором Николаевичем Савченко к его родной сестре. Завьялово, кажется, село. И у ней внук ее, ну а видите-то он по линии, совершенно не послушный. Примерно рост такой вот, или пониже маленький. Ну кто бы не смотрел, все заявляют, бесноватый, буйно бесноватый. Как он кричит, как что делает, человеку не свойственен такой крик где-то нет. Ну и я говорю, можно с ним позаниматься. Посмотрел, он начал меня бить, я говорю, тут еще делаешь. Бабу там он может ударить, сам я попал и лезет, то есть обреченный человек. И этого никто не видит. Ну, работать над такими, которые дети брошены, мне привозят, допустим, только слезли, он увидал коноплю, подскочил. Весь ему уперся. Вот занимайся с ним. И они никто не знает, что делать с ним. Одного отдали, пацаненка, а бабка говорит, если только еще здесь что-то у него будет такое, я ему просто ноги отрублю и все. И с собой вроде что-то делаю. Невозможно, что делает. Другой мать приезжает. Мать работает не как-то, а психологом. Я его, наверное, с 7-го этажа выброшу, говорит. Такой показной, конца края нету. А когда я лежал в это время в больнице, мне операцию на позвоночнике делали. И она пришла туда отблагодарить, даже сейчас не помню, что-то принесла или как. Такие изменения в нем были. У нас бывает в течение месяца, родители приезжают, и они его узнать не могут. Он подходит, нормально. А до этого как вот голенище кирзового сапога. Никого не видит, не слышит. Мы, говорит, уходя на работу, наручники достали, приковываем его батареи, все из дома вынес. Наркоман. Отпетый где-то. И начинать-то надо вот тогда, говорит, когда дитятка поперек лавки лежит, а не тогда, когда вытянулся уже. Но я сказал, как у меня Яша там плачет в кружку. И с этим точно так же, Данилкины слезки считать. Там, конечно, большую кастрюлю, его плач полный. И на это
YouTube наложил запрет. Убрали, а меня заблокировали. Это с ребенком не так. Я-то знаю, что сказать. Когда их берут сейчас, вот 470 трупов лежит с Чеченской войны, там, в товарных вагонах, обгорелые. И по сегодняшний день не могут исследовать. Денег у министерства нету. Ну, Сердюкова все там миллиарды долларов своровали. А люди погибли, никому нужны нет. Они могут определить даже, кто сделал генетическую экспертизу. Я знаю, что сказать. Я стараюсь, чтобы он таким не был. Когда беру, дедовщина, убивают. 3 дня до дома осталось, возвращается человек. Повесился. Ну, как повесился? Ну, вы повесили его, вы убили. И специальный комитет защиты, комитет матерей защиты детей, которые... И как один парень, его убили, там избивали, он убежал, он где-то лет 5 скитался. И у него букет болезни там, который он везде нанимался, это чтобы прокормили где-то, то есть из него сделали даже не бомжа, а какого-то заброшенного человека. И они ничего не видят. Мы знаем, кто это делает. Вот ребенка там нельзя, и винальная сестра тебя отнимет. Пришли, а мать держит на руках, обнимает. Вина удушающая любовь. Все, отняли ребятишек. Во Франции 2,5 миллиона уже, говорят, отнято детей, отнято там. И встречаться с ребенком там при присутствии там кого-то раз или два раза в год. И все, дети. То есть они выращивают свое поколение. Тут ничего нельзя сделать. Мы знаем, отвечаем на эти вопросы. Но в их программу это не входит. И мне они предупреждение. Предупреждение через 3 месяца снимается. Если будет, она за мной ищет, рыщет. Ну, то есть... Это проще всего. То есть YouTube очень уязвимый, но большая сеть, и там удобно работать. Мне ничего не приходится выбирать, то, что есть. Советую, там другая какая-то такая система, и там нет. А в Испании, эти обдумали они, из Испании Ирма, они прислали 1000 евро, 1000, чтобы сняли мы копию, но официально через ФСБ отправили им туда. Тогда они могут поставить, если что-то случится, они уже ожидают это. Вас обязательно будут блокировать, они за мной следят. И тогда видно будет где-то. И сейчас там идет работа, обработка. А когда заблокируют, еще не снимешь. Но у нас запасные диски есть, переписка не обязательно там. Но тут уже обработанное все, ужатое. Работа очень большая, большая. Если 70 рублей, это 70 тысяч выслали. Только на одно дело. Посторонние люди, католики, кажется, и они понимают ценность. Наш видеоканал, он не просто ценен, он единственный такой. 11 600 роликов наших только. Ну, понимаете, что такое ролик? Вот мы вчера снимали раза 4. Теперь это соединяться будет в один ролик. Как работают дети, как они бегают, как занимаются. Сегодня поставил даже, как купается, плавает место. Встречаем вас, через неделю это будет выставлено. То есть у нас абсолютно все открыто. Открыто, люди научаются через это. А как? Вот сейчас приезжают, вопрос задают уже по музею, вместо лагеря где-то. И где-то, ну, может быть, в субботу мы туда пойдем, там вопросы будете задавать, тем более вы были там. Как это распространить, чтобы люди могли воспитывать детей в христианском, евангельском духе, православных, без помощи государства. Пока мы единственные, никого нету. Тем более, 45 лет я был начальник детского лагеря. 45! Не 45 дней. Как один бывший миссионер миссионерского отдела, тут Степаненко Максим, говорит, вы возьмите, возьмите немного, 5 ребятишек, одну неделю подержите, займите. Я делал это, я знаю, там голова куда, говорит. Как один говорил, голова квадратная. Что нет? Держать в руках. Что было интересно. Вот он приезжает, 9-й год. Плохо-то, зачем он сюда был? Вот она стоит. Их четверо. Четверо бесплатно. Бесплатно, учитывая, что кто-то может заплатить, мы же покупаем все. Что-то, хлеб там, муку дали мне. А остальное здесь ходим, покупаем молоко, молочное. У меня ничего нету. Тем более я к деньгам вообще не прикасаюсь. Вот у меня есть старший за этим делом. А сегодня лагеря нету. Но молоко-то все равно. Вот с 12-го четверга, ровно неделю, через неделю, у нас пойдет молочное. Тут и творог будет, и да, все эти пирожки зря пойти. Молочное пойдет, ягоды вот поспевают, клубника. Это не то, что вот эти ешь, она вода одна от них. Эти ягоды-то, Виктория называется, там ничего нету. А вот клубника, там на солнце, там растет дикая, там все витамины в ней есть. И вот пожаловались, нашли.
нашли, и они меня. Так, а у них очень строго. Два предупреждения, три могут вообще весь канал зарубить. Mm-hmm. Я обращаюсь сейчас к модераторам, администрацию, программистам, что и как писать. Я не знаю. Я все утро вожусь там и смотрю, надо ли вылазить мне. Но я написал, я не зайти ничего дальше, я должен прочитать, ознакомлен. Я нас ознакомлен, они мне открыли вход. Смотрите, это работает техника, по-моему. Не то там это, чтобы они там смотрели, да нас таких-то, если у них миллионы, когда я смотреть-то. Но жалоба. На меня не первая жалоба. Первая была, там они серьезно так. Я веду занятия в университете, преподаю. И в это время какой-то фамилия его указана даже, звать как. Ну так или не так, кто его знает, что это его ролик, я его украл. Как я его украл? Аудитория моя, контингент мой, снимает наш священник. Я говорю, там занятия веду, проповедь. Где ваше? Ну одну секунду покажите в ролике, что ваше. Ну тут ну, просто они ткнули на ногу. Ну и все это объяснили, а я тогда... Ему и написал, ты если настоящий человек, то на суд Божий предстанешь, тогда по этой лжи тебя Бог будет судить. И он снял запрос. Снял. Когда он снял, тогда меня и опять разблокировали. А ничего не было. Ничего. Вот человек у нас в общине есть, он неоднократно срывается, пьет. Приехали, он там уже болеет, с работы там его, и что-то тискают, выпивши. Мы пришли, наши люди, его записали. Почему он так делает, то-то, другое, там и выставили. Сразу же. А вот это он не хотел, это его там без его ведома, то есть под статью подогнать-то. Нам пришлось идти к нему, он открыл паспорт, около лица держит, что это именно он. Он говорит, я это добровольно сказал, я других предупреждаю, чтобы не пили, не погибали, как я. То есть приходится вот такое, и за нами нигде ничего не числилось. А тут они зацепились, ребенка. А там оговорено, как там разные секс показывают. Там. Это все показывают. И никто показывает день и ночь буквально. Рекламируют. Но у нас другое. И сегодня вот мы включаем молитву, будем молиться. Мне пока не отвечает ни с одной стороны, я кого запросил, чтобы Господь сохранил. Мы их не знаем ни фамилии, никого, а просто это не другие. Они сами-то как бы, они, а кто-то там раз. И нынче тоже жалоба была, что я нападал на буддистов. Видел, да? Видел. Приехала полиция, снимали данные. Я говорю, и как я нападал-то, покажите. Это статья, которую я взял 104 года назад напечатанная. Напечатана митрополитом православным. Я статью переместил туда и сказал, что это от сатаны, там ничего нету. Как есть? Так два раза снимали показания. А там тебе давят, давят, давят. Я говорю оттуда статья, но я так понимал, так понимаю, это от дьявола. Там еще человеческого, даже человеческого такого нету. Потому что там разные у них эти. Ну, это Арнес об этом пишет. Молдашев. Что там у них делается? Так, все у нас. Это сегодня мы включаем молитву, будем молиться. А как Бог даст? Я сейчас пойду опять смотреть, пришли, нет мне известия, я написал там программистам, и мне нужна помощь. Помощь людей очень знающих. Как заходить? Я их должен запустить к себе. Здесь они должны просчитать, увидеть, хотя я все скопировал. Вот сегодняшнее утро такое необычное, и притом это нападки, не первое, но все снимали. Снимали, а за детей они мертво держатся. Рот закрывай, как позеваешь, вот так вот. Вот так, смотри. Давайте позернемся. А теперь чихать надо. В правом кармане, чтобы всегда был платочек. В правом, у тебя в левом. Положи правой. Правой. Вот давайте чихнем вместе. О, молодцы. Все. Платочек, все. Без платочка заслон не сядет. Кармашки пришейте. Чтоб сказал показать платочек. Это память развивается. Ну, молодцы. Где платочек? Так и не матерно, обиходь. Уже не первый день. То есть беспечность очень большая. С ней трудиться надо и трудиться. Она вчера кое-как раскачали, мы спросили. Просто туда-сюда, а это станет, рядом стоит. Все время лишнее. Лишнее, это как глядеть телевизор или что-то. А зачем так такой работник может? Зачем за стол лезешь?
И тогда она начала с скорости бегать, а ведерко там, полведерка рядом, там метров 10-15. Так, все, садимся за стол. Господи, святые и Божьи, помилуй меня грешно. Аминь. Это означает, аминь говорите. Чёртая морковка с яблочком. Пощелкнуть там сколько надо и вернуть. Как это сейчас? Быстрее. Ложка в чай. Ну как?